Друзья, всем привет! Сегодня мы распаковываем мотор «Гладиатор» двухтактный, самой популярной мощности 9,8. А популярным его делает идеальный баланс между мощностью и весом. То есть, по сути, он весит немногим больше, чем мотор 5 лошадиных сил, 26 килограмм. Но это уже почти полноценный 9,9. Мотор двухтактный, в нем два цилиндра, объем 169 кубических сантиметров и вес 26 килограмм. Приступим к распаковке коробки, посмотрим, что лежит внутри. Все хрустит, коробочка новая, мы ее еще не вскрывали. Традиционно видим плотный картон, много пенопласта, хорошая упаковка. Так что, если вы покупаете мотор дистанционно, то можете не переживать за его сохранность при транспортировке. Отправим в любой регион, и он дойдет именно в том виде, в котором мы его отправили. Пенопласты действительно не жалеют. Все целое, без царапин. Гладиатор 9,8 питается от внешнего бака. Вот такого. Объем его 12 литров. У него присутствует датчик уровня топлива и, соответственно, встроенный коннектор. Дальше видим топливную магистраль. Она снабжена двумя коннекторами, топливной грушей, то есть полностью готова к эксплуатации. Возвращаясь к самому мотору, капот мотора упакован в пленку для того, чтобы также дойти в целости и сохранности и иметь первозданный вид как с завода. Традиционно видим кошелечек красивый с инструментами. Посмотрим, что внутри. Набор серьезный, солидный. Сейчас подробно покажем, что здесь присутствует. Здесь мы видим рожковый ключ 10 на 12, две головки с рукоятками, также 10 на 12, плоскогубцы, свечной ключ и универсальная отвертка и крестовая, и шлицевая, так сказать, два в одном. Набор хороший, полезный. С помощью него вы сможете решить и оперативные задачи, и какие-то плановые задачи по техническому обслуживанию этого мотора. В данном обзоре мы расскажем, как правильно подобрать мотор к лодке. А заметьте, это делается именно в таком порядке. Мотор подбирается к лодке. Расскажем, на что обратить внимание, какие параметры стоит учесть. Также видим в коробке вот такой файл, пакет, в котором наблюдаем аварийная стропа для запуска мотора на случай обрыва основной, чека безопасности. И вот приятным бонусом здесь лежит крыльчатка охлаждения водяного. При регламентной замене вам не надо ее покупать в магазине, она уже есть, производитель позаботился об этом. И вот при внимательном рассмотрении видим еще три шайбочки прокладки. Когда вы меняете масло в редукторе, их обязательно заменять во избежание попадания влаги в механизм редуктора. Также приятный бонус, который не надо покупать отдельно в магазине, его уже положили. Также в нашей коробке лежат вот такие две брошюры. Одна из них – это инструкция по эксплуатации. Брошюра важная, полезная. Прочитали и спокойно эксплуатируйте. Вторая брошюра не менее важная – это паспорт и сервисная книжка. Традиционно «Гладиатор» дает гарантию на свои моторы 3 года. Но для этого надо выполнить всего лишь два условия. Правильно его эксплуатировать и делать техническое обслуживание в сервисном центре у официалов. Приехали, мотор обслужили, отметку поставили и все. Ни хлопот, ни забот. Катайтесь дальше. Стоять на полу можно, но, опять же, мне показывает опыт, что сейчас при движении он, скорее всего, сделает горб, сложится и может повредить баллоны. Поэтому поедем аккуратно, но это будет понятно даже и на малой скорости. В
Очень скоро вы увидите наши тест-драйвы и испытания этого мотора на воде, на различных лодках, в различных условиях. Это будут эксперименты, которые мы обязательно снимем и покажем вам. Коротко могу еще о моторе сказать следующее. Вес его 26 кг, длина дейдвуда 381 мм. Он имеет 5 положений регулировки дифферента, имеет режим мелководья. Внешне выглядит очень довольно-таки достойно, симпатично, красиво. Тактильно приятная ручка газа. ЧК безопасности вынесены на румпель, что тоже удобно. Гладиатор 9,8 комплектуется винтом алюминиевым, шаг 8,5 дюймов. Также присутствует регулировка жесткости поворота. Мотор нам очень понравился, рекомендуем настоятельно к покупке. Цена очень выгодная, а комплектация очень жирная. Актуальные цены можете посмотреть на нашем сайте wilhod.rf. Прям так по-русски набирайте. Если вы находитесь в Москве или где-то в ближайшем Подмосковье, приезжайте к нам в салон. Если вы находитесь далеко, то без проблем отправим вам транспортные компании, получите в целости и сохранности. Не забывайте подписываться на наш канал. Также смотрите нас в Телеграме, ВКонтакте. До новых встреч!